Джонни Мнемоник пишет: «Привет, Артур, сегодня я стал папой, поздравь меня». Джонни, поздравляю, это пипец как круто. Это серьезный шаг, и это следующая ступенька. Вот, надеюсь, у вас с семьей все будет хорошо. Обнимите там друг друга, и в общем, лавки-чмавки. Целую в десна. Ха-ха, я пошутил, я стал папой, пройдя Last of Us 2. О, сука. Я аж, блин, тебе со всей душой, ты понимаешь? Спасибо за донат. Со всей душой, понимаешь, от чистого сердца. Ну что ты за сволочь-то такая, господи. В десна... Ой, иди в жопу. Да сегодня мы с вами играем в хорроры. У нас с вами получается марафон хоррор-игр, но при этом небольших по большей части, потому что мы с вами играем как бы в небольшие игры, в демки, во всратые хорроры, во всякие смешные хорроры, в нестрашные хорроры. Временами играем в страшные хорроры, временами играем в классные хорроры. То есть вот так вот. Чего-то конкретного, что задержало бы нас больше, чем на час-два, ну, в эти последние дни не было. Мы поиграли в огромное количество хорроров и продолжаем, соответственно, ну, в общем, делать вот это вот. I had Saka. Любимый аптип. Я уже потерял всякую надежду на то, что ты посмотришь Mythic Quest, но все равно люблю тебя. Пошли хотя бы в жопу, буду очень признателен. Нет, я не могу. Кстати, моя жена Лена тоже очень любит твои стримы, она тоже будет рада, если ты пошлешь ее в жопу. Это немного выходит из-под контроля, потому что на самом деле это очень грубо. Хотя временами мы, конечно, друг друга посылаем в жопу, но это именно делается без какого-либо негатива. Но тем не менее, со стороны посмотреть, да, постоянно друг друга посылаем в жопу. И просто как это выглядит. Давайте мы договоримся, что мы больше никогда, никогда не будем слать друг друга в жопу. Окей? Хорошо? Договорились? Вот. Тем более по просьбе. Это неправильно. Это выглядит неправильно. Поэтому нет. Ой, блядь! Ого-го! Прекратите это. Давай палку возьмем, чтобы, ну, если что, ему по башке дать, поперек морды. Ну, сука. Мы не боимся, кирпич хотя бы возьми. У тебя их много. Если, говорит, увидите медведя, кидайте с него дерьмом. Откуда я возьму дерьмо? Поверьте, его будет много. Позволь мне совершить свой финальный акт. Кристофер, позволь мне... проникнуть внутрь тебя. Чат молчат. Я не согласен. Я не согласен. Какой я внутрь меня, ты? Сюда. Внутрь себя проникни, слышишь, чел? Могу тебе мыло подать. Наша следующая игра называется... так, сейчас посмотрим. Анали? Ну, в смысле, не Анали, а Она... пробел Ли. Бля, фонарь, конечно, выключил. Дай угадай, сейчас я упаду с грохотом. А, даже так... Привет. Там еще звуки такие были, как будто он такой тук-тук-тук-тук головой, короче, протерся или носом такой. Нас нашли. Ваше тело никогда так и не нашли. Ваша душа осталась в этих... в этом ужасе. Подожди, в смысле? В смысле, это все? Это все? Ну ладно, как бы... Хорошо. Тут даже континии нет. Подожди, это что? О, господи, ребенок.
Это же этот, как его... Из Оно-то, младшего братишку, как его звали, господи. Это что, про Оно? Помню дубляж второй части Оно. Мы должны найти Оно, потому что Оно сидит там. Мы должны драться с Оно. Ебланы. Ну, в английской версии просто it. И если бы авторы не хотели бы делать ударение на слове Оно, то они говорили бы, мы должны драться с этим. Вот. Мы должны победить это. Ну... Ну, русская языка сложная для локализаторов, вот, и для редактора, потому что его лопаты по голове били. Артур, Артурка, Артык, антрополог. В наличии есть лицензионные диски Нэнси Дрю «Псы Лунного озера». «Призрак в гостинице». «Тайна Алой Руки». «Сокровище Королевской башни». «Тайны острова лжи». «Могу отправить почтой». «Себя я...» А что ты не договорил-то, что себя я уже отправил в жопу? «Cats never die». А у меня слева тоже вся коллекция лежит. Вся коллекция. Вот, второй раз я это говнище... Ну, в смысле, классная игра вообще. Ну, покупать второй раз не могу, не буду. И, в принципе, не надо. Ненавижу... Ну, в смысле, очень люблю эту игру. О, блядь, господи, ёб твою мать! Да прекрати, ну... Сегодня я к парикмахеру не пойду. Кстати, к парикмахеру надо записаться. Жесть, я брос. Профессионально. Играя в хоррор, увидел маньяка с ножницей такой. А, надо к парикмахеру записаться. Это как в том анекдоте, я его славу помню, да? Где там этот эксгибиционист такой убегает, такой. Ха! Женщина стоит такая. А, бля, огурцы забыла купить. Так. Точно. Может быть, будут просто хорроры. В воскресенье, наверное, будут хорроры. А может быть, не будут хорроры. А в понедельник будет хоррор на канале Даши. Мы будем играть в Mortuary Assistant, наверное. Вот. В стандартном формате для Хэллоуина. Но не в том, в котором мы косплей будем делать, потому что это скучно. Ну, то есть мы более напряжены. Мы лучше расслабимся, как в те самые лучшие стримы. Мы выключим камеру. Купим себе чаю, в общем, мясную тарелку и будем играть в хоррор. Ну, Даша будет играть Нэнси... Ой. Я уже повернут на этой Нэнси Дрю, понимаете? Вот. Даша будет играть Mortuary Assistant, а я буду, соответственно, ну, сидеть рядом и переводить. И помогать. The fuck? Какой сратый хоррор, господи. Блин, нужно в машину и домой душ приму сейчас. Чел, да прям в речке искупайся. Come on. Блять. Можно и правда искупаться. А, это 106. Открывайте. Курьер. О, здрасте. Привет! Откройте дверь, вы чё? Я скоро приду. Если ты скоро придёшь, ты кто? О, господи. Нельзя так. Нельзя, женщина. Вы в порядке? Откройте. Откройте, я курьер. Честно. Честно. Я курьер. Хорошо, у них окна хотя бы есть. Магдаша, стой. А? Мой ребеночек. Помогите мне его поймать. А что я-то? Где он? Где? Богдаша, ты куда? Сейчас, ты видели, куда он побежал? Богданчик! Блядь, с какого хера? О нет, это что, проклятие?
Да все ты сралась, игра. Ага, бля, я вообще в дрова. Это что, не пиксельная графика? Бля, я ключи забыл. Бля, поздно уже, в дверь-то звонить. Пап меня убьет. Неважно, что у меня день рождения. Может, я через задний дворик залезу. У меня там ключи где-то в саду были спрятаны. Че, ты видишь где-нибудь ключ, нет? Вот я не вижу. Че за нахер? Пьянь ходит. Блять, в темноте. Так, это ключ? Нет. Еще на рогах просто там ночью в три ночи, короче, лазит. А там сосед смотрит из окна такой. Матрёна, смотри, этот бухарь ты их, ну, сынок-то непутёвый. Опять на рогах припёрся. Сори, сори, сори. Неси телефон, запишем, поржём. А, да? Серьёзно? Цепь это топором? Блядь, придурок. Сломал топор, цепи. Я ко многому был готов, но... Ох уж эти всратые хорроры. Это червь Димы. Не напоминай, пожалуйста. Червь из Дюны. Это червь из Димы, я бы сказал. Вот. И, собственно, да. Неделю хорроров продолжать. Сегодня были хорошие игры. Под конец немножечко всратые было. А так, в целом, все были хорошие. Вот, да. И, по-моему, круто получается. Поэтому спасибо за компанию. И всем пока. У меня очко от нее типа потеется.